Около часа назад значительная часть Ленинского района погрузилась во тьму. Обесточены оказались дома на проспекте Маркса, улица Хватутина, Немировича Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковской и других. Отключение светофоров спровоцировало хаос на дорогах в час пик. Так, на перекрестке Немировича Данченко и Ватутина образовалась гигантская пробка. Жильцы многоэтажек заметили перебои в подаче воды. Блэкаут продолжался около 20 минут. Сейчас энергоснабжение в большинстве домов восстановлено, однако люди в некоторых зданиях продолжают жаловаться на отсутствие воды. По информации МЧС, в результате резкого скачка напряжения на Кировской подстанции сработала защитная автоматика. Причины инцидента сейчас уточняют.